Кедр корейский или сосна корейская, пинус кореянос по латыни. Это наша деревообразующая порода Приморского края, хвойная. Огонь прошел, земля осталась. В районе села Барабаш на территории нацпарка «Земля леопарда» прошла высадка саженцев кедра. Сейчас эти хвойные деревья в крае на грани исчезновения. Ранее их было много во всем Приморье, а теперь только в нацпарке всего 5%. Но скоро кедра станет больше. За несколько часов волонтеры помогли найти 3000 четырехлетних тепличных кедрушек новый дом. Под лесовосстановление как раз используются те территории, которые раньше пострадали от или палов, сельхозпалов, или от поджогов, или от вырубок деревьев. То есть вот высаживаются как раз на территориях, которые пригодны для лесовосстановления. То есть это пустыри и прогалины. Высадка саженцев прошла в рамках регионального проекта «Сохраним леса Приморья». Проект молодой, ему всего 3 года. Несмотря на это, успели помочь восстановиться множеству территорий. Все, наверное, помнят историю с нашим ледяным дождем, когда погибло очень много деревьев и пострадали как муниципальное образование, так, в общем-то, и лесной фонд. И вот пришла такая идея, мысль, что мы должны, в общем-то, это восстанавливать. От этого зависит и наша жизнь, и жизнь наших будущих поколений. Кедры не только восполняют кислород, но и частично обеспечивают кормовой фонд диких животных. Высадку производят ежегодно в лучший период для приживания юных деревьев – весной. Все саженцы предоставили в Министерстве лесного хозяйства региона. В этом году в акции по сохранению лесов приняли участие более 50 волонтеров из коммерческих и общественных организаций.